Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о той функции, которая обезопасит вас от посторонних глаз и рук. То есть, что это будет за функция? Функция это будет гид-доступ. Как она работает? Если вы дадите кому-то телефон позвонить, чтобы вы не переживали, что он полазит там по вашей телефонной книге, кому вы звонили и тому подобное, что вам нужно сделать? Вам нужно 3 раза кнопку «Домой». Вот видите, активация уже прошла. Я вот здесь внизу уже ничего не смогу никуда нажать, не перейти. Я могу только позвонить куда-то там, проверить счет там или еще что-то, неважно, на какой-то номер. Но я дальше не полезу, так само я никуда не выйду. Не смогу выйти вообще никуда. Чтобы там отменить этот гид-доступ, нужен опять же пароль, либо же приложить палец. То есть опять же так само 3 раза нажимать, я ввожу пароль. И все, эта функция, вот нажимаю отбой, и так же самое вы ее можете настраивать. То есть выбирайте те области экрана, которые нужно там вам отрегулировать, чтобы никто не полазил там. То есть это касается как звонка, как в любом приложении. На рабочем экране оно не работает, на главном. В каждом из приложений это работает. То есть можете давать телефон и не переживать. Там дадите фотографии, посмотреть. Чисто один альбом, бамс, активировали, чтобы человек не вышел, не удалил, ничего не сделал. То есть это все классно делается, удобно. Как это активировать? Заходите в настройки, основные, универсальный доступ и в самый низ вот гид доступ. Здесь активируете, настраиваете здесь код-пароль через Touch ID, быстрые команды и все остальное. Все просто в использовании, в управлении. То есть давайте еще раз повторим. Зашли в звонки, нажали 3 раза. Ой, вот. Нажали 3 раза. Здесь вы можете его, то есть, регулировать. Что здесь вы можете сделать? То есть, опять же, нажимаете 3 раза, вводите код-пароль. Здесь уже можете что-то для себя изменить. Вот нажимаете параметры, здесь выбираете кнопка «Сон». То есть, программируете либо же на лимит времени, на нажатие, то есть, клавиатуру и все остальное. Здесь сами под себя все настроите. Вот видите, вот эту вот область можно изменить немножко там. Опустить чуть ниже, допустим, вот так вот, чтобы не мешало. Так само это будет работать на всех остальных приложениях. Не забывайте, это очень классный лайфхак, который действительно очень удобный и полезный. Ставьте пальцы вверх, если вы не знали об этой функции. Подписывайтесь на каналчик, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И до следующего видео. Всем пока!